Вы должны прям хотеть этого момента. Сегодня мы поработаем определенные вещи с точки зрения рукопашного боя. Я дам попробовать их закрепить, вдруг что-то поймете. И в конце сегодня физуху сделаем. Все, направо побежали. Побежали. Быстрее. О, соперники! Поехали! 10 раз одна, 10 раз другая! Шире встаньте! Давай, по очереди работаем! Добавим еще ножку! Раз, вышли! Раз, два! Нога! Левая нога! Поехали без перерыва! Корпус, голова! Корпус, голова! Поехали! Резче! Отлично, встали по парам! Три раунда по минуте! Без перерыва меняемся! Салочки! Стоп, отдыхаем! Прошли. Основная ошибка. Вы руку почему-то делаете здесь. Дальше ее засовываете туда. Пак, прижать сюда. И аккуратненько переворот. Хорошо. А где рука? Вот. Дергайте его, да. Ручку сюда взяли. Прижато к себе. Ногу вставляете сюда. В сторону головы нога фиксирует. Голову делаем кувырок. Да? И здесь уже делаем болевой прием. Рука где? Где-то, да. Да, ногу закинул. И в сторону, вот туда, вот, да. Да. Ты много сил тратишь. И вон туда, вот. Ну, как бы сделал, вот. Потому что вы вообще вот так вот, вы привыкли, и вот так вот идете. Поэтому второй номер, который внизу сейчас, осталось 2 минуты. Как только он почувствовал, что его оппонент ногу перевернул, сразу пытается вырваться. Взял, вставай. Вырывайся, Андрей, быстрее. Вот, хорошо, уже вышел. Все, здесь не надо, мне это не надо, это уже другая тема. Мне главное, это ворот. Вырывайся, генерал. Я вхожу, ноги туда дальше. Вот, рука здесь. И движение вашей ноги вон туда. С доворотом. Вот, более-менее. По 3 раза, да. Рука. Вот, да, более-менее, да. Двигаемся, дергаем. Раз, заходим. Остается, видите, нога здесь. Я сторонник того, что ахилл можно сделать с переворотом. Перевернуть и садимся. Обращаю внимание, не на задницу на его, а вот на ляжку. Даже если вы руку не заведете четко под ахилл, просто, да, уже больно. Вот это движение носит характер не захвата, а толчка. Понимаешь, вот. А ты пытаешься захватить. Вот, смотри, молодец, да, ножка пошла, вот, хорошо. Так, ребята, сейчас буквально 3 минутки хайпанем. Он бьет, пошел. Раз, захватили, смотрите. Руку поставили здесь, и Алексей бьет в прыжке с разворота пятки. Поехали. Держи ближе к голове, чтобы он попадал. Присядь. Медленно попрыгай. Вот. Стоп. Положили обратно. Ваша задача сделать таким образом, чтобы он поверил, что вы будете постоянно бить в корпус. Тут надо обозначить. А потом как бы дернуть. И в какой-то момент дух туда. Тут еще, естественно, конечно, решает скорость. Он привыкает, что ты сюда будешь делать, да? Ты дернул сюда, да? А ты дернул вот сюда, пробей.
Я еще раз говорю, у каждого даже должен быть свой прием на случай вот этого 10-15 секунд. Давай, кулача пропустил, давай. Вот на уровне с этой, по линии. Побежал максимально быстро, коснулся максимально быстро. После того, как вы тот мячик закончили, подбегаете к любой груше и делаете 30 жестких ударов. Прямые, боковые, прямые. В каждый удар вкладываются. Жестче, жестче, жестче работы. Каждый удар. Темп, 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 темп. Ваша задача, вы постоянно стоите и прыгайте. Допрыгнули, коснулись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь отрезков. После этого подбегаете к любой груше 15 раз. Жестко. Одна нога, 15 другая. Задача там ногой коснуться, потом бас и не глядя примерно вот туда. Проходим эту ситуацию, подбегаем к грушам и делаем 15 жестких ударов с серии. Жестко, третий. Ну, считай. Третий жестче всегда. Да. Прыжки. Два. Если вы когда-то делитесь с человеком чем-то, то, что вы хотите сделать, или вы думаете, что у вас получится, и вы знаете, что этот человек, ну, не близкий ваш, а просто, может быть, какой-то, либо тот человек, который вам немного завидует, вы знаете об этом, лучше об этом никогда не говорите, потому что это не сбудется. Все, давайте похлопаем. Давайте общую фотографию.